Привет, ребята. Я знаю, что вы не такие видео хотите видеть на моем канале, скорее всего, но, к сожалению, сейчас жизнь, она просто очень резко поменялась, и в этом видео вы поймете, почему, и почему нет видео обещанного два раза в неделю, что произошло, и я очень хотел, очень горел желанием снять очень-очень крутое видео, которое бы, наверное, собрало много просмотров. Но, к сожалению, ввиду настроения, которое сейчас меня просто очень сильно преследует, я не могу этого сделать. Но я обещаю не только вам и себе, что на следующей неделе обязательно выйдет видео с концепцией, а не просто влог. Я знаю, что вы не хотите смотреть просто влоги. Спасибо вам большое за понимание. Если вам понравится это видео, поставьте лайк. Не уверен в этом, конечно. Ну и, конечно же, жду вас ваших комментариев по поводу ситуации, которая произошла. Смотрим. Здравствуйте. Извините нас, ребята, но мы больше не будем сниматься в этом блоге, потому что есть на то причины. Мы не будем их объяснять, потому что есть на то причины. Всем привет. Последний раз вы видели пьяного Руслана, и сейчас уже 6... Сколько? 6 вечера уже? Я вообще не знаю, сколько я. Нет, оказывается, 4 часа дня, и я только недавно проснулся. Я воспользовался тем, что Карина не было дома, и мы потусили. Вот. Она привезла меня покормить. Мы не тусили, если ты была дома. И она привезла мне курицу поесть, потому что я так хочу есть. Это очень, очень... Короче, я не знаю, насколько нужно хотеть есть. Я последний раз так очень давно хотел есть. Когда ее не было, ну, то есть, когда я ее ждал с едой, я очень сильно хотел есть так, что я прям вот... Вот лежу, смотрю какое-нибудь видео, и там показывают кусочек какой-нибудь еды, там, или кто-то ест, какой-то блогер, там, или еще что-то, как Макс плюс 100-500 делает. У меня же прям все сжималось, прям вот слюна вырабатывалась. И желание... Я вижу, да, и да, ну, можно, ладно. Можно мне сказать, спасибо большое. Этот, и я такой думаю, блин, вот она вроде тут стоит, и мое желание, оно перестало быть таким ярким, короче. Я не знаю, от чего это зависит, типа, если ты знаешь, что не скоро ты еще поешь, тебе от этого хуже, наверное, и твой организм больше, там, желудок твой сосет на уровне самовнушения. Лайк, если твой желудок сосет. Ой, в общем, вот, вчера все прошло без последствий, все целое, вот, все нормально. Если вы подписаны на мой инстаграм, то вы видели больше, чем в этом влоге. Карина, должно быть это. Все, это будет. Карина, да смотри, завтра BMW, чтобы была вот это, и вот это, и вот это. Да, конечно. И этот. Проститутку мне закажи, пожалуйста. Три. Нет. Я хотел тебя спросить, вот скажи. Вот ты серьезно относишься... Вот смотри, ты привыкла к моему определенному внешнему виду? Если я внесу какие-то изменения, что ты скажешь? Вот я тебе писал вчера. Я вчера писал ей ночью ВКонтакте по поводу того, что... Но точно не посередине. По поводу того, что я хочу сделать себе пирсинг, она мне ничего не ответила вообще. То есть я вот все равно... Я спала. Ну ты же прочитала утром сообщение. Да. Почему я ты мне... Тебе читала. Все равно? Тебе... Ночью читала. Хорошо, тебе все равно, почему ты мне не ответила? А вдруг ты бы сейчас пришла, у меня уже все было бы. Ты хочу сделать себе вот здесь, нет, вот здесь себе пирсинг. Вот если ты здесь сделаешь, давай, мы расстанемся. Да, да, мы серьезно сделаю, расстанемся, да. Я только поэтому? Да, то только... есть твоя любовь там вся... Внешний вид для меня тоже очень важен. Я понимаю, но хорошо, если я сделаю здесь, но это будет не такой, как... Короче, я хочу не колышек такой, как вот у меня в ухе здесь, но а, вот а круг именно, такой да. Я хочу. Тут вот эта девушка мне заявляет. Что ты говоришь, повтори? Съезжаю. Карина, она сидела, вот я вам расскажу, мы смотрели «Счастливого кабана», она просто сидела, встала, пошла и кричит, где мои вещи? Я не знаю, что произошло. Ну, я буду спрашивать. Ну, все, давай, пока. Давай. Что за пиздец? Нормально все было. Она сидела, вскочила и пошла свои вещи складывать. Ты меня посылать? А почему ты себя так ведешь? Ты офигел а меня почему? Посылать а почему нахер? Ты? Я тебя... Ты меня же... нахер посылаешь, ты нормальный человек? Да, я нормальный. Ты нормальный человек? А ничего, что я думаю о чем-то, строю какие-то планы, размышляю, что нам делать, как вообще быть. А ты мне тут заявляешь, ты меня я посылаешь ухожу. Нахер. Да? Ты да? Свою девушку посылаешь, если я тебя нахуй пошлю, как ты отнесешься? Ты меня в какой раз, будет я 10 что, раз если просто... будет за что, это одно. А да ты... было уже за что, я тебя не посылала, я почему-то сдерживалась.
Я не бросаю трубки, я никогда не позволяю себе там начинать как-то к тебе небрежно относиться. Да ладно, серьезно? Я всегда пытаюсь как-то что выяснить. Что ты выдумываешь, что в смысле прояснить, что ты пытаешься вообще? Выяснить. Ты мне сейчас заявляешь, что ты собираешь вещи. Что можно все, что хочешь, я мне говорить, все, что ты, хочешь, можно делать. Я оборзел. Ты постоянно последний раз, последний. Можешь не орать так громко. Я уже устала. Все последние дни постоянно ты. Я тебе не знаю, я тебе сказала про эту какую справку. Хотя я не наезжала на тебя. Нет, ты взорвался, все, капец, убери камеру. Я хочу снимать свою жизнь. Ты нормальный человек? Да, я нормальный человек. Убери. Ты понимаешь, что мы ссоримся, убери камеру. И что, пусть она тебе мешает, что ли? Да. Здравствуйте. Такое дело, мы тут с Кариной поссорились вчера. И что-то произошло, она мне написала очень длинное сообщение. Написала, что если я дома, то чтобы я вышел. Я не знаю, что там ожидать. Сейчас попробуем. Блин, сыпь. Надеюсь, там не бомба. Я вижу, что что-то лежит там. Господи. Сейчас я переверну. Нужно все будет это прочитать. Здравствуйте. Сейчас приехал домой. С Кариной что-то произошло. Я вообще понятия не имею, что. Она трубку не берет. Мама ей звонит, она не берет трубку. И мама звонит мне, короче. И все ее потеряли. Честно говоря, я переживаю. Мы поссорились немножко и... Непонятно, что можно ожидать просто от человека и вообще не знаю, что сейчас будет. Надеюсь, она дома вообще там уснула или еще что-то. Потому что я переживаю очень. Что мы приехали. Карина? Что с тобой? В смысле? Ты ненормальная, что ли, а? Что? Телефон где твой?